Бакинский энергетический саммит дал зеленый свет новому энергомаршруту в Европу. Политическая декларация, подписанная в Баку президентами Грузии, Азербайджана, Румынии, а также премьер-министром Венгрии в поддержку АГРИ, стала дорожной картой проекта. Это прорыв в вопросе энергобезопасности. Европа в обход России через Грузию и Азербайджан получит природный газ. Это важный проект, но стратегически не менее важен Набуко, который также должен развиваться. Раньше у нас были только порты в Батуми и Поти. За последние 2 года ситуация кардинально изменилась. Добавились Супса и Кулеви. Теперь еще и Анаклия. И это в условиях, когда 2/3 территории Грузии оккупированы. Это проект века. Он должен способствовать энергобезопасности региона и стать основой для углубления регионального сотрудничества. Конечно, важна роль всех стран, как транзитных, так и стран-производителей. Совместный проект Грузии, Азербайджана и Румынии изменил энергокарту региона. Изначально совместное предприятие планировалось учредить через месяц в Бухаресте. Но неформальная встреча президентов сняла все формальные ограничения. Соглашение подписано между азербайджанским «Сакаром», нефтегазовой корпорацией Грузии и румынским «Ромгазом». Все участники получат равные доли в проекте. Теперь дело за технико-экономическим обоснованием, которое займет 6 месяцев и даст ответы на основные вопросы. Мощности будут зависеть от того, какие мы параметры будем рассматривать в технико-экономическом обосновании. Я думаю, 2-5-8 миллиардов кубических метров газа. Все будет зависеть от рентабельности, от капитальных вложений. АГРИ – проект инновационный. Впервые Европа получит из Каспия сжиженный газ. Из Азербайджана голубое топливо поступит в грузинский Кулеви, где его будут сжижать на специальном предприятии. А дальше танкерами доставят в румынский порт Констанца. Там его снова приведут в природное газообразное состояние. Именно в этом виде он поступит к конечному потребителю. Предположительно, первые танкеры из Кулеви в Констанцу отправятся через 3 года. Общая стоимость проекта АГРИ составит от 4 до 6 миллиардов евро. Здесь, на Сангачальском терминале, можно увидеть диверсификацию энергоресурсов действия. Вот впереди газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. Именно по такому же газопроводу вскоре, в соответствии с новым проектом АГРИ, азербайджанский газ будет поступать в грузинские порты Кулеви и Поти. И дальше пойдет на запад. Число участников проекта может и увеличиться. Свою заинтересованность уже выразила Украина. Кроме того, у нового энергомаршрута появится лобби на самом высоком уровне. Венгрия, один из участников проекта, через считанные месяцы примет председательство в ЕС. Я бы выделил 3 аспекта. Первое, с политической точки зрения, это шаг вперед. Второе, обязательно диверсификация энергоресурсов. Третье, нужно работать с Европейским Союзом. Мы будем главными гарантами и лоббистами этого проекта. Между тем, Азербайджан от политических рисков дипломатично застраховался. В день подписания Бакинской декларации Ильхам Алиев поздравил Дмитрия Медведева с днем рождения. По мнению экспертов, беседа вряд ли ограничилась пожеланиями успехов. Главы государств наверняка не обошли стороной создания еще одного энергомаршрута в обход России.